Всем привет! С вами Прия. В текущий момент нахожусь в Москве, подготавливаюсь к Игромиру, но недельные сундуки ждут своего открытия. Начнем же. ПВП сундука, увы, не будет на Монахе, потому что всю прошлую неделю я готовил контент, готовил все такое прочее, готовил все дела перед отъездом. И, скорее всего, при следующем недельном вскрытии тоже не будет ПВП сундука, но, быть может, я уделю какое-то время ПВП, если у меня будет свободное время при нахождении в этом прекрасном городе. Ну что ж, начнем. Добычу ставим на Хмелевара и поехали. Надеюсь, упадет пуха. Почти пуха. Это тринкет. Хорошие для увеличения дамага. Да, классно. А пуха где? Я зря гробницу, что ли, фармил все прошлое, когда горел на стримах с рандомов, которые не могут нормально все сделать. Тупо не фартит. Ну, быть может, в следующее, когда повезет, или, быть может, с этого рейдового кулдауна упадет пушка. Хотя со всеми событиями, мероприятиями, расписанием мероприятий подать на РТ в текущую неделю, именно в первые дни, когда идет зачистка рейдов, как-то не особо по ходу получится. Ведь если бы был часовой пояс, примерно как у меня, плюс 4, тогда да. То есть к часу бы ночи я был дома. А тут приходится уже к 9 быть. Для того, чтобы куда-либо попасть. Вчера, к примеру, сидели, сваивали Зула. И убили. Грустно. 4 часа потратил. Свободного своего времени. А мог спать. Или, ну, еще что-нибудь делать. Интересненькое. Ну что. ДК. Кровь. Будет смешно, если ДК полутает пуху быстрее, чем монах. Я уже говорил об этом, да это в принципе реально. Что это? О, эпохальный кусок. Так. Классно. Почему не плечи, только окей. Так, модификаторы текущей недели укрепленный, усиливающий, упрямый. Ну, неплохо. Так, что по трейтам? Надо посмотреть. Оценить, так сказать. Дробление хребта, тут что? О, вот повышение скорости, это тема нормальная, на самом деле. А в моем нагруднике лазерная решетка. А, ну тут, в принципе, архив титанов, то есть баф матрицы, находясь в рейде, я не теряю. Это, в принципе, отлично. Да, можно переодеть нагрудник. Ну, этот я оставлю на всякий случай. Вдруг я буду играть во фросте, как пишет Адон, то, что для фроста этот нагрудник дает побольше ДПС. Хотя все равно это нужно смотреть, чекать через там Raid Bots, Simic и все такое в этом духе. Еще раз извиняюсь за качество, если оно было не самым лучшим, то думаю, вы меня извините. Вот. В следующую неделю, 10 уже числа, буду дома и будет нормальное вскрытие, как всегда, с вебкой, с всем вот этим таким прочим, со всеми ништячками. Надеюсь, с ПВП сундуком. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, чекайте ВК-группу, Инстаграм, заходите на стримы, периодически с телефона подрубаю. Вот, посидим, пообщаемся. До скорого.